Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающегося не презри меня, но совокупляйся с вои небесными, молися ко владыце за меня недостойного, унылого, немощного и печального, во многие беды впадшего, утружденного бурными помыслы ума моего. Азбо есть вертеп злых дел, отнюдь не имея конца греховному обычаю. Пригвожден бо есть ум мой земным вещем, что сотворю, не вем, и кому прибегну, да спасенна будет душа моя. Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати те заимените, яко тя пред Господем по Богородице вем, больше быть и рожденных всех. Ты, бо сподобился иси, коснутися верху царя креста, в землющего грехи мира Агнца Божия. Его же моли за грешную мою душу, да поне отныне в первый на десять час понесу тяготу благую и приму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный предтече, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини меня от твоего заступления, но восстави мя низверженного многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси, крещением омывая прародительный грех, покаянием же очищая коегожда дело скверну. Очисти мя грехами оскверненного и понуди в нити, а муже ничто же скверно входит в Царствие Небесное.